конечно, соревнуясь с Москвой в главенстве российском, победил сегодня. Почему? Потому что в Москве холодно, а в Питере жарко. Не понимаю, почему. Но жарко не потому, что погода гораздо лучше, чем в Москве, а потому что сегодня пробиться сюда, в этот зал, практически невозможно. Атакуют со всех сторон звезд. Такое количество, наверное, на ночном небе меньше. И все звезды, причем, необыкновенно сиятельны, поскольку мы их знаем так давно и так долго они нам светят, что кажется, без них невозможно жить. Как вы считаете, почему вам с Лидией Николаевной сегодня больше всех аплодировали, громче всех? Это не судить, потому что Лидия Николаевна, ты слышала, что они громче всех аплодировали? Нет, я не слышала. Да, я плохо слышала вообще. Когда Лидия Николаевна с вами шла, громче всех. Громче всех, да? Да. Аплодировали. Ну, Лида, потому что, во-первых, у нее был знаменитый муж. Что у меня? У тебя был знаменитый муж. Ну, Лидия Николаевна, почетный президент фестиваля. Лидия Николаевна, а у нее муж был великий кинематографист, писатель и актер одновременно. Много здесь писателей, драматургов. Ну, потом Лидия Николаевна и сама великая русская актриса. Лидия Николаевна, я думаю, стала знаменитой благодаря своему мужу. Нет, нет. Лидия Николаевна, хотя нет, она, конечно, скажет, что она снималась еще студенткой, будучи студенткой Мосфильма, она снялась в фильме, который называется «Девчата». Какой был фильм? И была такая беленькая совершенно. Сверстницы. У тебя еще и папы твоего не было. Лидия Николаевна, скажите, как вы удерживаете Бори Каримовича? Он все сказал, это достаточно. А как самочувствие? Молчи, не сдавай ничего. А как самочувствие ваше? Давно не появлялись на публике. Люблю свой родной Москву. Санкт-Петербург вам нравится? А какое у вас самое любимое место в Санкт-Петербурге? Что такое? Какое в Санкт-Петербурге место любимое? В Питере любимое место. Там, где я родилась, на улице Сотковых. Здесь мне кажется. Нет, сейчас, по-моему, конюшня большая, лимонная называется. А какое самое яркое воспоминание из детства? Нет, сейчас я с вами. Ты со мной. Давай, она всех никому не дает. Джерель молчит всегда, ты будешь первый. Лягушки очень классные. Лидия Николаевна, Борис Каримович сказал, что вы первый, кому дадите интервью, это нам. Возможно это? Ты разговаривай, она молчит. Это что, я актер, вот ты говоришь, что я не знаю. Здорово, мы с тобой уже. Самое главное солнце на этом фестивале. Я жрал, что мы разобрались. Здорово. Аркадий Яковлевич, садись, пожалуйста. Да ты поговори. Спрашивают, где? Вот пусть снимают табличку. Нет, давай. У вас там будет заказ. Сейчас я отнесу. Инин Аркадий. Лидия, вот расскажите про внуков. Как скажи вот внуками. Конечно. Вот скажи питерцам, скажи. Внук потрясающий, потрясающий. Правнук. Я недавно выяснял, кто он, правнук или праправнук. Сегодня наконец-то я понял, что это правнук. Зовут его Славка. Так. Славка. Это потрясающий человек, который, собственно говоря, наверное... А как ты считаешь, он похож на Василия Николаевича? Славка. Да? Я тоже. Я тоже тот самый подумал. Что в нем столько энергии, столько юмора, столько какой-то вот... Но даже он не проказный. Он после любого этого не светский. Он допрасывает, как гестаповец, допрасывает всех, кто приходит, про жизнь, про... Расскажи про внука. Расскажите про внука. Про внука Славу. Про внука. Сядем. Сейчас посмотрим. Нет.
как внучка ваша поживает? Как кстати сказать, Славке 2 года, он уже сам набирает все телефоны, которые ему нужны. Сам. Он еще не разговаривает. Да, вернее, он болтает бесконечно, трудно понять, что он имеет в виду, но он уже набирает сам телефонные номера. А вы все-таки вот старые советские закалки, как вот воспитываете правнука уже? То есть, ну, как бы вы позволяете пользоваться этими гаджетами? Уволь меня, гаджетами ты позволяешь пользоваться гаджетами? Я слова не знаю. Мобильными устройствами, там, планшетами, айпадами. А вы, может быть, пользуетесь какими-то навороченными интересными гаджетами? Вот, мобильный телефон у вас. Там, ну, не надо быть таким представлением. Ну, да, я даже не знаю, что такое гаджет. А ты мучишь человека. Гаджеты, да, но не мучишь. А вы с дочкой? Как сейчас общение обстоит? Хорошо обстоит. Не трогай. Если кто-то ноги не болит, то все. Герои, я слышу, что мирились, да? Внукам очень хорошо. Внукам, да, с правнуком. Нет, с внуком. А с внуком? Я здесь еще внук. Проведи конференцию. Соберите журналистов. Я бы его послал, я даже знаю. ЖД вас. Аллочка там, по-моему, он питерский, что ли? Да, да, первый ряд. Мне нравится. Помогите. Нет, вы проходите все, потому что... Спасибо. Да. Все, отвалил. Все получил вокруг. Единственный, остальное больше всех. Отвалил. Все, спасибо большое.